Люси Лоулес, игравшая Зену «Королеву воинов», поплатилась за свою любовь к окружающему миру. Актрису арестовали за захват бравого судна «Шелл». Евгения Воскобойникова расскажет, как это было. Да, спасибо, Таня. Актрису, известную российским зрителям по сериалу «Зена. Королева воинов», задержали прямо во время символического захвата буровой установки «Noble Discoverer» в Новой Зеландии. Актриса участвовала в акции совместно с активистами организации «Greenpeace». Полиция поднялась на 50-метровую буровую вышку и сняла оттуда шестерых экологов, среди которых была и Лоулес. При задержании активисты «Greenpeace» не оказали сопротивления и без конфликтов покинули. Кинули корабль в сопровождении полицейских. Ранее актриса заявила, что ее не пугает возможный арест в ходе этой акции, так как она искренне верит в свою миссию. Активисты вместе с Лоулес поднялись на борт бурового судна еще в пятницу. Noble Discoverer должен был отправиться в Чукотское море в коляске. Лозунг на плакатах, который развернули экологи, был оформлен в виде хэштега «Save the Arctic». Активисты провели на судне еще 3 дня. Перед акцией актрисе удалось пообщаться с журналистами, и вот что она им рассказала. Shell меняет климат планеты. Нам не нужно переворачивать весь мир, чтобы найти единственную каплю нефти. Достаточно просто научиться использовать возобновляемые источники. Вообще, 43-летняя актриса Лоулес является известным экологическим деятелем, и в 2009 году она стала официальным послом Greenpeace. Таня. Спасибо, Евгения Воскобойникова. На этом с новостями пока все. Сейчас...